Дорогие мои друзья, знаете, что у меня? Саранча. Или что это за жуки, я не знаю. Проблема в том, то, что эти бикарасы нифига не едят. Нифига, ничего они не едят. Вот. Да? Жабы. Земляные. Давай. Давай, ешь эту штуку. Ты офигевшая жаба, ё-моё. На, жри. 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 Тебе саранча или эта фигня сама прилетела к тебе в рот? Тебе в рот. Она хочет залететь к тебе в рот. А ты куда? Еще. Еще одна офигевшая жаба, блин, тут нашлась. Ешь. Кто-нибудь будет это жрать? Вообще офигевшая. Ты жаба. Ты жаба, а? Ах ты жаба! Ах ты жаба, да? Типа красивая. Ты вот красивая. Вот ты красивая. Ты тоже. Ну ты худая, вот ты толстенькая, молодец. Ты офигевшие жабы. Да ё-моё, чё вы... Офигевшие, ё-моё, жабы. Попробуйте мне выбраться. Нифига они не жрут, но хотят выбраться куда-то. Не молодцы. Большие молодцы, конечно. Такая банка стоит. А они даже трое не могут, блин, съесть. Вот тут один, второй и вот третий. Чё ты? Чё вы такие? Нервные. Ой, ё-моё, она меня укусила! Офигевшая жаба! Кусает меня! Ты меня укусила! Кусай лучше другое! Кусай лучше... Ты... Ты не офигела? Ты... Офигевшая жаба! Невоспитанная ужасная жаба! Кусает она меня, блин, тут. Да? Вообще. Офигела. Да? Да, вы офигели? Вдвоем. Еще попрыгаем тут. Я тебя могу отпустить. Погулять, но... Сейчас я не хочу тебя отпускать. Потому что вы нифига не едите. Все. Я закрываю крышку. То они сейчас сбегут у меня. Я одну выпущу погулять, ладно. Так уж и быть. Наверное, вы хотели, чтобы я хотя бы одну выпустила. Ты иди сюда. Вот. Это я выпущу тогда, ладно уж. Ладно. Тебя я выпустила, все. Нагибается такая. От них смотрите, какая слякоть, блин, настоящая. Ты... Слишком такая быстрая. Что-то слишком... Я загородила своими ногами это все, чтобы она не выбралась. Да? Чтоб ты не выбралась. Да? Да? Я еще такая, буду показывать каким-нибудь маленьким детям. Ай-яй-яй-яй-яй, с лягушкой. Ё-моё. Смотрите, я сейчас ее переверну.
Да куда ты скачешь? Да куда ты... Ё-моё, что ты такая смешная? Ты жаба очень... Ты... Не офигела ты? Ё-моё! От тебя столько проблем, жаба! Жаба в буквальном смысле. Ты на стену сможешь забраться? Интересно мне. Давай, забирайся на стену. Ты можешь забираться на стену? Не можешь. Я думала, можешь. Ну и куда ты там намылилась? М? Ну же. Ты... Не офигела ли? Смотрите, вот как она может настолько далеко? Ну, это недалеко. Вот как она может... Например, сейчас она куда-нибудь сейчас улетит? Вы понимаете, насколько она далеко может улетать? Прыгать, то есть, да? Да, жаба? Давай. Сейчас куда-нибудь туда. Нет, ты не улетать будешь, да? Ты не будешь улетать, да? Ёма, ну чё ты... Ё-моё, она уже тут оказалась, оттуда, вот сюда. Да куда ты Ё-моё! Лягушка! Жаба! То есть жаба. Чё ты так далеко прыгаешь? Я её всё время лягушкой называю. Почему не знаю? Да куда ты? Земляная, блин, жаба! Земляная жаба. Какая ты жирная! Какая же ты жирная жаба! Да куда? Она у меня же смогла туда убежать! Я ее уже не нашла бы! Че квакаешь-то? Квакает она мне тут еще! Ладно, все! У меня голос из-за тебя испортится! Обратно давай иди! Обратно, понятно? Сейчас я открою банку и ее обратно запущу. Я открыла банку, сейчас ее обратно. Давай, иди туда. Все! Они у меня на балкончике живут, потому что от них вонь невыносимая. Вот у них тут островочек, камушек и листы салата. И у них жрачки, полное ведро. Вот. Поэтому всем пока. С вами была Вероника, которая офигевает от этих жаб вообще. А кстати, мы вот на это, как называется, на выходные, ой, не на выходные, короче, поехали на отпуск. И скоро, ну то есть сегодня заберут моего диджея, мою ящерицу одну. Знаете, почему одну? Потому что Кики умерла. Но об этом уже будет в другом видео. Пока.